10-15 сантиметров выше нормы. Да, у меня травма. Ну? Нужно покупать сразу машину, которая подготовлена для этих вещей. Вот, слушай дядю. Не мучай. Это простая машина для покупок и для переезжания бровки. Все, выезд на море. Больше от нее требовать нельзя. Сейчас дядя Молдаван. Да. Вот он, момент истины. Ничего не так страшно, как казалось. Ну давай. Что-то какая-то долгая подготовка. Понижайки нельзя делать, идиот. Ой, не надо. Идеально. Звонили, что он перезвонит. Toyota Forever. Автограф потом. Давай. Хочешь по правой? Давай. Хочешь порвать писец? Давай. У него есть права на съемку? Но. Не, без меня, без. Почему? Не. Сиди, чё ты? Мама. Все. Шоник. Шоник. Машина твоей маме не останется по наследству, Кира, тебе. Кира, то есть им одного экстрима мало стало. Не. Папа, дай, куда? Дай закурить. Феликс, откуда? У тебя нервная? Советую курить, а то затухнет. Ой, я с вами, я не хочу тут сидеть. Это косяк? Нет. Жалко. Папа! Ну давайте, у меня этот, батарейка не вечная. Ну давай. Света, я против. Ну все, придурки поперли. Папа сейчас уходит. Папа и Феликс сейчас. Да, идиот. Ну скажи, вот это кому надо? Вот, нервный комментарий жены. Нет слов. Ладно, пропустить, значит молчу. Ничего страшного, у него очень хороший. Он все слышит. Вот сюда. Снимайте. Все, Феликс. Мы его порвали. Кого? Валеру порвали? Валера в конвульсиях вылазит. Ну все. Гирокаклы поперли. Секунду. Два слова. Это смертное фото, что ли? Да, два слова.
Не дождетесь. Не дождетесь. Нет, все нормально. Мы сенсей? Сенсей здесь. Сенсей. Все. Здесь пристегнулся уже, блядь. Уже перекрести я жду. Все, с Богом. Поехали. Закрой нормально все. У него запах есть железины. Нет, это мотор, соляр. Ужас, как воняет. Ну вот, поперли. Не, наверное, спускаться в другом месте. Что за заминка? Феликс труханул? Все. Так, ну, это Мали Пипец, всем вам знакомый. Это всем вам знакомый Феликс. Надеюсь, трусы у него сухие, но кверху, наверное, промокнут. Что, у нас компромат круче будет? Опа! Веля, газу, газу! Чуть-чуть назад. Наверное, Феликс остановился, трусы сушит. Это самое. Включи нейтралку. Не едь далеко, не едь далеко. Сразу разворачивайся, спускайся по правой. По правой спускайся. А ты хочешь сказать, что это... Разворачивайся и езжай вниз, да. Поставь только лоу, первую лоу. И не тормози машину, пускай ее и под рулю. Не, он не въедет нас. Отъедь, говорю. Валер, что? На, продолжай съемку, я отъеду. Да не бойся. Это не я, не боюсь. Понял. Знаешь, как говорят, правило номер один. С беременной женщиной не спать. Правильно. Форест растекает.
Спрятался. Ну все. Ой-ой-ой. Все, тема для воскресенья готова.